Главная угроза, я считаю, что тут сложно как-то, так сказать, думать о том, кто именно конкретно, но три страны? Ну, три главные угрозы. Три главные страны. Может быть, и три страны, да. Вот три главные угрозы, на ваш взгляд. Для нас, для громадной, сильной, полной ресурсов страны, главная угроза – это другая сильная страна. Она может быть какой угодно и иметь какое угодно название. Вот сегодня это Америка, завтра это Китай и так далее. К этому нужно относиться абсолютно реально. Потому что любой друг, он, так сказать, может стать и врагом. Вот. И что-то такое, не знаю, сейчас что-то предсказывать сложно, но я думаю, что главный противник России – это другая сильная страна.